как тебя зовут? Зося. Зося? Зося. Когда я был маленький, я был губернатором. То есть, когда я был в твоем возрасте, я работал губернатором. Представляешь? А как тебе нравится, когда с утра девушка, вместо того, чтобы что-то сделать приятное, засовывает тебе во все места камеру? Настало время охуительных историй. Так. Бери отсюда. Уйди отсюда. Здрасте. Моя, пути. Прямо посреди страны можно встретить такого великого человека. Да ладно, великий, нормально. На отправление поезда осталось 5 минут. Потому мы были у власти, вот и в болото нас завели. Знаешь, сколько я не был на российском телевидении лет? Вечная молодость, трель самый строй. Здравствуйте, я Борис Немцов. Ну, вот наша программа. Вот, возьмите. Ну, голосуйте за нас. Не забудь только. 8 сентября. Все, договорились. Великая сложность за Россию! Мы ему устроим праздник, который он никогда не забудет. Старый мотив. Нафиг в автобус, прямо так грубо. Я уже заметил. Правда, любим вас. Любви не было границ. Так. А можно воды? У вас есть вода? Не ошибись, выбирая пути. Не ошибись, выбирая. Не, ну а как еще-то в моем возрасте с ними воевать? У меня другая совсем философия такая, почти, знаешь, такая тибетская. Я его должен пережить.